Всем привет! Сегодня поговорим немножко об эмигрантстве. Я такое заметила, мы разговаривали с моими знакомыми, в общем, и те, кто... У нас всегда, когда приезжают эмигрант, среди эмигрантов всегда была, есть, мне кажется, будет дедовщина. Те, кто здесь живут давно, те, кто старенькие, те, кто приезжают новенькие. По себе лично я заметила, и мне это писали в комментариях, когда тебе предлагают какие-то встречи, я вот не ищу новых встреч, новых знакомств, у меня сложился какой-то там коллектив, круг общения свой, я получаю какие-то, например, определенные услуги, я общаюсь с кем-то, у меня есть с кем поболтать, попить кофе там и все прочее, и я не ищу новых каких-то знакомств. Когда ты новенький, естественно, тебе это хочется делать, когда ты становишься стареньким здесь уже, у тебя определенный круг складывается, и он замыкается, и ты не хочешь выходить из этого круга комфорта какого-то, чтобы не привносить новых людей, так как они уже вроде бы и проверенные, и надежные в чем-то. И, короче говоря, впускать новых людей, чтобы опять это все начинать, знакомство, общение, какое-то искать доверие, не хочется, нет такого желания. И мне мои знакомые сказали, ну, блин, со стороны это выглядит как какое-то высокомерие, то, что мы в свой клуб, скажем так, не принимаем, какое-то снобство отчасти. Возможно, я поняла, что да, со стороны это так некрасиво может выглядеть, но я пыталась понять, а почему не хочется, нет вот этого желания впускать нового кого-то в свою жизнь, не хочется. Я имею в виду иммигрантов, да, наших. И не потому, что мы стареем, выбирают там друзей, встают, скажем так, в одну форму обуви и в ней шпарят всю жизнь, да, а обувь на лету не переобувают. Нет, дело все не в этом. Я поняла, в чем проблема. Не хочется впускать, так как ты не знаешь, кто приезжает, ты не знаешь новеньких. Я буквально шла возле подъезда своего, идут две, ну, я так думаю, мама и дочь, скорее всего, но они взрослые уже очень. И по внешнему виду это выходцы Азии, ну, может быть, из Казахстана. И они идут на чистом русском, разговаривают между собой. Я слышу такой разговор. Вот русскоговорящие. Они не пытаются познакомиться, хотя по мне, естественно, видно, что я из наших. Хотя бы можно было попробовать, да, и желание бы было у людей. Я не хожу с таким задранным носом или еще что-то. Я очень открыта, я улыбаюсь, поприветствую. Я имею в виду, что не впускаю в свою жизнь там, до близкого какого-то общения, там, чтобы я могла назвать человека другом. Приятель, знакомый, да, без вопросов, но прям друг такой нет. И вот они идут, и у них такой диалог, типа русскоговорящие здесь, в общем, не хотят общаться, здесь все приезжие, они здесь, походу, давно живут, у них есть какой-то опыт, но они тоже в свой круг никого не пускают, с кем знакомиться не хотят. И они идут, это обсуждают, мама с дочкой, что какие русскоговорящие, непонятно, какие-то девочки, мутные, непонятно, зачем сюда приехали, что с какими намерениями, может, они кого-то, не знаю, проституцией заниматься или еще чем-то. Никто бы не хотел себе такое в друзья, скажем так, да, таких людей в плане репутации какой-то. Здесь к этому так относятся, что ты непонятно, кто приехал, с какими целями, может, это какие-то мошенники и все прочее. Есть девушки, которые там обманывают мужчин, кидают на деньги, и, в общем, какими-то грязными делишками занимаются. Короче говоря, ни одну меня эта проблема гложет, и даже тех, кто здесь не так уж и давно переехал. И я поняла, в чем дело. Мы все, у нас вот это высокомерие отчасти, снобство какое-то, признаем, что это есть. Не пускать свой ближний круг, не заводить каких-то новых знакомств, либо делать это не с огромным желанием. У нас у всех это здесь есть. Потому, не только из-за плохого опыта, а потому что мы боимся, вот это высокомерие, вот эта вот какая-то маска, она для нас, нас ограждает от каких-либо травм, моральных, психологических, физических, неважно. Мы не хотим впускать свой круг, дабы не обжечься, не как-то споткнуться. И когда у тебя складывается свой круг общения, ты не хочешь ничего менять. Тебе комфортно в сложившейся своей атмосфере с твоими знакомыми, друзьями, членами семьи. Кто-то вообще не имеет, например, друзей, общается только с членами своими турецкими семьи, и там по скайпу, по ватсапу, только со своими родственниками или там друзьями с родины. Вообще здесь друзей не находят русскоговорящих. И это тоже нормально. Это определенная зона комфорта. И вот мы почему с такими кривыми, скажем так, высокомерными рожами ходим? Ну, потому что мы боимся впускать, мы боимся боли, и мы боимся, скажем так, разрушить
то хорошее, что мы уже смогли создать. Потому что мы когда сюда переезжаем, вообще, в принципе, любой иммигрант, когда срывается, у него вообще вот эта зона комфорта остается дома, она теряется. И он выстраивает заново. А выстраивать это больно, это ошибки, и выстраивать это время. И когда мы этого добились, и нас все устраивает, сейчас в данный момент разменивать это как-то, на что-то размениваться не хочется, не хочется никого впускать. Поэтому, когда вы новенькие приехали, и видите, кто здесь давно живет, кто не хочет с вами как-то, ну, прошел мимо на улице, там, ну, скверху или еще что-то, вам так кажется, это его страх. Страх к новому. Страх к разрушению. Он не хочет рушить и вас впускать. Не надо на это обижаться. Просто когда-то со временем вы тоже, скорее всего, такими станете. Это печально. Я это понимаю. Я бы, с одной стороны, хотела это поменять. Я не хотела, чтобы у людей вокруг обо мне было такое не очень хорошее какое-то мнение, возможно. Ну, что я, может, тут на улице так подумать. С другой стороны, мне наплевать, что обо мне подумают. Ну, а с третьей, мне не хочется рушить комфорт, ту зону комфорта, которую я для себя создала новыми общениями, знакомствами. Но в последний где-то год, может, даже не год, полгода, я очень сильно изменилась в этом вопросе. Раньше просто настолько закрытая была, я вообще вот просто монолит. А сейчас я очень легко помогаю людям, которые русскоязычные, где-то что-то там на улице я увижу вообще без... Я знаю прекрасно, что я могу этому человеку помочь, что он не знает там языка или еще что-то. Я без проблем. Я также арабу мне что-то спрашивают по-английски, там, в продуктовом магазине буквально там про каймак на днях был. Я взяла тетю за руку, отвела, показала, вот это, говорю, надо покупать, вот то не берите, это какашка. И она была просто, во-первых, в шоке, во-вторых, она так меня благодарила, что большое вам спасибо, о мой гад, я просто в шоке, блин, спасибо, что вы потратили, вы нашли в минутку меня, спасибо вам огромное, там прям вообще человек был счастлив, мне это принесло, скажем так, удовлетворение, что сделал что-то хорошее для человека. У меня как бы у ребенка сложилось такое русское общество, с кем можно поиграть, поговорить на русском языке. И все равно даже вот в этих мамско-русских компашках складываются какие-то вот такие компашки по интересам, по каким-то там, не знаю, встречам они организуют и все так далее. То есть все равно как-то начать общаться и впускать новых даже в эту общину, скажем так, по интересам, не всегда так происходит, не всегда так девочки делают. В общем, я к чему сегодня это видео снимала, что давайте быть более открытыми, помогать друг другу, помогать особенно тем, кто новенькие приезжают, им это нужно. И если не вы, то кто, блин, это будет делать? Закрыться вот так, сесть в свою раковину и наслаждаться своей комфортной жизнью, это самый простой вариант. Но хотя бы просто, когда вы будете идти по улице, увидеть, что нужна помощь русскому кому-то говорящему, и у него что-то произошло, попробуйте просто помочь и предложить свою помощь, от вас же не убудет. И если вы не сможете помочь, просто развернитесь и пойдете дальше. Вы не сможете что-то для него сделать, но вы хотя бы попытались. Я не говорю о том, что вы должны приглашать всех домой, накрывать там столы, которые будут ломиться от явств, и каждому открывать душу свою, выворачивать двери, ни в коем случае, я не про это. Просто хотя бы будем немножко друг другу улыбаться, хотя бы здороваться. Я делаю так, блин, но даже не впуская свое, не хочу впускать, да, в личную какую-то жизнь, но просто пообщаться, улыбнуться, здравствуйте, поздороваться на русском языке где-то, это очень-очень-очень лично для меня приятно. Мне приятно ходить в кафе, где есть там мальчик у нас работает, казах, который поздоровался, здравствуйте, он мне никогда по-турецки со мной не общается, никогда. Он услышал, что я говорю по-русски, и он начал со мной по-русски. Он очень приятный, вежливый, мне это очень приятно. Я не люблю, когда русскоговорящие из принципа какого-то, я не знаю почему, какое-то отражение своего языка, при этом отражение меня, мне кажется, начинают с тобой говорить на турецком языке. Я этого просто не понимаю и не приемлю этого. Мне приятно приходить, там, я не знаю, ну куда-то, и есть там, например, одна женщина из Азербайджана, которая говорит по-русски. И она со мной общается на русском языке. Тут же, ну, хотя с турками говорит по-турецки, она со мной по-турецки. Иногда какие-то слова вылетают, потому что на автомате, у меня, в принципе, так же. Мне приятно с ней общаться на русском языке. Поэтому, если у вас будет каменное лицо, и вы будете даже отторгать свой родной язык, когда с вами хотят пообщаться, ну, это что-то странное. Вы отторгаете и свое прошлое, и свою, скажем так, родину, и свою семью, и все-все-все-все. Нельзя терять этих корней своих, находясь даже в другой стороне. Тем более, давайте помогать вот новеньким, кто приезжает. Я не прошу, чтобы вы их там впускали в свою душу, в свою семью. Просто
мизер какой-то, вам, поверьте, вам реально самим на душе от этого станет легче. Если вы не хотите оторваться от своих корней и от своего прошлого, если вы хотите вот эту связь с Родиной поддерживать, надо контактировать, общаться, помогать друг другу. Если вы вычеркиваете все свое прошлое, то тогда я понимаю, в принципе, да, почему вы сторонитесь и людей, и речи родной, и всего-всего прочего. Но это странное что-то, это что-то с психикой, скажем так, какой-то нехороший опыт. Это, короче говоря, какая-то определенная проблема существует, так что имейте это в виду, если у вас это есть, то обратите на это внимание, вот что я хочу сказать. Вот, так что давайте будем более открытыми, добрыми и помогать друг другу, потому что если не наши соотечественники, кто будет помогать? Я уже за услугами к нашим каким-то с такой настороженностью иду, я все перепроверяю, порой я пойду к турку за какой-то услугой, сервисом каким-то качественным, потому что очень много, да, негатива, очень плохо ведут какой-то там бизнес, сервис, обслуживание наши, могут обмануть. Это, короче говоря, закаливает, и из-за этого, да, не хочется порой общаться, кого-то впускать, как-то контактировать. Но это, я опять же скажу, что я поняла прекрасно. Все наши вот эти барьеры, каменные лица друг для друга за границей русских, русскоговорящих, да, это наши страхи. Так что давайте гнать страхи и будем более открытыми друг к другу. Спасибо за внимание, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, кто живет вся на родине, вы этого не понимаете, всей этой боли, а тот, кто живет за границей, тот знает, о чем я говорю.